Привет всем подписчикам. Ребят, мы пропали из Инстаграма, потому что на то были веские причины. В нашей семье Салибековых случилось горе 3 числа. Ушла из жизни наша бабушка Мария Тиграновна, заслуженный учитель, 50 лет, более 50 лет отдала школе. И 3 числа ушла из жизни, и мы с Викой сразу собрались, уехали с поляны и поехали прямиком в Северную Осетию, город Моздок, попрощаться с бабушкой нашей любимой. Бабушка очень для меня много сделала, лично для меня, она для всех делала, но в моей жизни она, в мою жизнь она добавила очень много красок и даже учила меня. Поэтому пришлось пропасть из интернета. Я вижу, что вы переживаете, пишете. Сегодня, именно сегодня, 7 дней было, мы вспомнили о ней. И пришлось нам уехать, потому что уже надо возвращаться на поляну. Я очень рад, что я смог, и у меня получилось, и я был недалеко попрощаться с бабушкой. Я, вы знаете, после развода не люблю выставлять в социальные сети своих родственников, родителей, сестру, вообще всех родственников. Но здесь я не смог промолчать, потому что бабушку реально знали очень большое количество людей. И большое количество детей она воспитала и обучила немецкому языку. Поэтому я говорю вам здесь об этом, чтобы кто не знал, тот обязательно был в курсе, вот, потому что многие не живут в Моздоке. Поэтому 3 числа ушла Мария Тиграновна. Вот так.